Крокус-Сити пришли новые монобренды Prada, Chanel, Miu Miu, Hermenegild de Ozenia, Malo, Montblanc, Schumacher, Tod's. Вся энергия торгового пространства направлена на то, чтобы задать высочайший уровень существования. На двух этажах молла расположились не только монобрендовые бутики, но и разные рекреационные зоны. Тропические растения, просторный бассейн, звуки цикад и пение птиц создают атмосферу другого климата, другого мира. Посетитель молла сможет изменить свое представление о кулинарных изысках, зайдя в местные рестораны русской, итальянской и азиатской кухни. Дорожные пробки – больше не проблема для гостей. В Крокус-Сити работает служба вертолетного такси. На территории Крокус-Сити расположена станция метро Микинина.